Итак, люди, я попал на Клеопатру. 16 часов 17 минут сейчас. Сейчас вообще просто, ну, неудобно было камеру доставать. Так бы я поснимал. Короче, в автобусе. Я сижу, с меня реально течет. Просто вот капли капают. С ушей, там, по лбу все течет. Напротив стоит чувак, парень местный. Смотрите, сколько людей в отелях, бассейн работает. Стоит местный парень в куртке такой, знаете, вот этот тутыш вот это вот. Ну, то есть, если бы я ее одел просто, я бы сразу, не то что эффект сауны, у меня просто лужа была под ногами через пару минут, если бы я одел эту куртку. И он спокойно стоит, у него нет даже капельки пота на лице. Я сижу, блин, с меня течет, и чем больше я на него смотрю, тем мне становится еще жарче. Ну, это реально трешняк какой-то, блин, вот сейчас вот. Но, я же говорю, если бы сейчас кто-то из турков сказал бы, что на улице холодно или в воде холодно, им простительно, потому что, ну, я понимаю это все, у них, ну, они такие есть, как бы, для них тепло это когда 40, минимум 35. Но когда наши люди сейчас, кто-то бы сказал, что тут холодно или холодная вода, это уже, извините, признак просто неадекватности был бы полный. Сейчас вы видите, где я нахожусь, в доме кошек прошли мы. И сейчас прям, наверное, вот этого пляжа я буду идти в сторону Дамлатаж, скорее всего, вдоль моря. Сейчас мы посмотрим, сколько тут людей на пляжах. Немножко, конечно, хотелось бы раньше сюда попасть, еще хотя бы на часик, но не попал. Немножко поснимал, еще по оба походил он. Привет. Привет, рыжий. Смотрите, сколько народу. Тут даже не факт, что в октябре было столько людей. Смотрите, что творится вообще на лежаках. Это для тех, кто последний день сегодня, когда я обращаюсь к кому-то, к тем, кто пишет про какой-то холод, еще про что-то. Это последнее, так сказать, к вам обращение. Дальше просто буду банить за чушь, которую пишут. Просто банить буду молча, и все. Потому что это уже ни в какие ворота не лезет. Вообще, когда бред вы пишете еще и о погоде, сидя там у себя в Новосибирске на диване, вы мне будете рассказывать, сколько тут градусов вода. Ну, сори, не будет такого. Смотрите, сколько народу. Это я сейчас иду не в сторону Дамлаташа. Сейчас чуть-чуть пройду, потом выйду к берегу, пойдем по берегу. Убрали площадку. А, стоп. Не убрали площадку, где был этот пляжный футбол. Смотрите, сколько везде людей. Так, там музыка у нас в кафешках. Идем таки сюда, в сторону моря. Давайте выходить. Смотрите, сколько народу. И туда, в сторону. Везде полно просто людей. Сезон в разгаре. Жара. Хейтеры идут лесом. Просто лесом. Смотрите, приближаю туда, в сторону Анталии. Смотрите, сколько там людей везде. Сезон закончился. Там каждый день, все больше каждый день, главное, появляется людей, которые вот от какой-то зависти тем, кто сейчас тут загорает и купается, или я не знаю, по каким причинам, начинают просто бред какой-то писать. Не знаю, зачем. По всей Клеопатре до самого конца просто валом людей. Смотрите, как красиво. Горы, облака. Тучек нет, небо ясное со всех сторон. Сейчас вообще классно, вообще суперско. Солнечно. Смотрите, какая красотища. Волн нету, можно сказать, это не считается за волны. Водичка прозрачная, классная.
Мы на пляже примерно, сейчас скажу каком. Нет, точно, наверное, даже не скажу. Возле отеля. Блин. Короче, где кошачий домик и отель. Я опять забыл, как он называется. Блин, Артём, твой отель, короче, за спиной. Смотрите, какая красотища, сколько людей. Сколько людей купается. Солнце какое светит. Там, смотрите, на дальней Клеопатре летают люди. Параглайдинг, парасайлинг. Приблизил. Все, вода классная. Минуту буквально постоял. Ногами привыкнула. Она мне уже кажется вообще теплой. Просто теплая. Водичка супер. Ого, он так быстро, смотрите, он уже пролетел, он уже над крепостью летит. Офигеть просто, первый раз такое вижу. Видите, где он? То есть вот с тех мест, которые все летят вот в районе 20-х пляжей Клеопатры, там же приземляются, он прилетел на первый пляж, на Дамлатаж. И приземлится он там сейчас где-то, я даже не знаю где, если честно. Он, может быть, пролетит эту гору. А нет, он, наверное, в крепости вот там вот сразу сядет. Ой, как интересно. По-моему, вот он сейчас там приземлится. На солнце просто люди огонь. Я стою, у меня... Я мокрый реально, я, ну, мне жарко. Вообще просто. Он приземляется, называется. Опа. Ой-ой-ой. Ну вот это он прикололся тоже. Позбивал людям зонтики. На кого-то чуть ли не лег на лежаках. Приколись, конечно. Распугал там всех. Жесть. Приземление Карлсона называется. Смотрите, сколько народу купается. Люди, я не знаю, надо попробовать в час дня где-то приехать. Я думаю, что тут столько людей, что просто обалдеть можно будет. Смотрите, сколько сейчас людей, хотя почти 5 часов уже. Идем дальше в сторону Дамлатаж. Люди, сегодня вот даже песок теплый. То есть я несколько раз последних был здесь. Песок не был теплый. То сегодня вот реально теплый даже песок. Находимся мы. 6-й пляж, если я не ошибаюсь, здесь у нас уже около 5 часов. Люди, конечно, уже постепенно уходят. Чуть поменьше людей становится, но еще хватает. Вот общая картинка, сколько сейчас людей в это время. Видите, до самого тянутся, до 20-х пляжей. Везде есть люди. Людей везде немало. Я снова в Одессе, люди, это просто сказка. С ней выходить не хочется, вообще настолько тепло. Мне кажется, 27 здесь может быть вполне. Здесь вот где вот мелко, возле берега, по крайней мере, точно. Потому что настолько тепло, вообще просто. Смотрите, сколько народу. И 5 часов. Да, без 10-5 уже, без 10-5. И люди как бы не уходят, людей полно везде, в принципе. Продолжает купаться, и солнце продолжает светить, несмотря на 5 часов.
что день сегодня вообще сказочный. Кто приехал там 1 числа, не смог покупаться. Может, не было такой погоды, как сегодня. Но сегодня, я думаю, вы уже душу отвели по полной, потому что просто реальное лето. Реальное лето. А вот человек одетый. Вот смотрите, представитель местный, да? Вот он в куртке, во всем как бы. И ему не жарко. А мне жарко смотреть на него, да. А люди, он приехал на мотоцикле, так что, в принципе, просто он на мотоцикле, поэтому он так одет, он с шлемом. Если бы он был без мотоцикла, он бы был, как я, в шортах, я думаю. Я уже минут 15 стою в воде, и, блин, честно, не хочется выходить. Я опять жалею, что я не запланировал сегодня покупаться. В принципе, можно было вполне. Вот, да, даже в это время сейчас, потому что песок не холодный. Вот несколько дней я здесь был, песок реально был холодный уже от часов 5 вечера. Сегодня песок реально теплый, даже сейчас. Вот, то есть солнце настолько сегодня прогрело его. Все равно все шорты почти вымочил. А не купаюсь, купаюсь только ногами. Смотрите, сколько народу, и даже уходить люди не спешат, потому что, ну, погода просто райская. С пляжа уходить не хочется даже. Все сидят, наслаждаются. Здесь вот луна, я просто фотики не вижу, а так вижу. Луна. А здесь у нас солнце, которое скоро будет заходить, но что-то его тучи спрятали, не видно красивого заката. Красного, как всегда, пока оно за тучами. Сейчас и тучи эти уйдут, то будет красивый закат. Солнце сегодня, конечно, труженик постаралось, настолько долго всех нас согревало. Вообще просто люди, он до сих пор местные купаются. Люди, когда купаются местные, это вообще большой показатель тепла, скажем так. Потому что местные купаются только в теплой воде. Вот вы видите. Ничего не придумываю. Когда в воде стоишь, она теплая-теплая. Выходишь и сразу ногам прохладнее делается. Хочется назад в воду зайти. То есть в воде сейчас теплее, чем на улице. Когда солнца нет. Когда солнце было, все нормально, жарко здесь тоже было. Но сейчас вот солнце спряталось, и, ну, оно еще не совсем спряталось, оно за тучами. И сразу попрохладнее стало на суше, а в воде теплее, кажется, по ощущениям. Искупаться сейчас можно вообще спокойно. Теплая водичка. Я уже, я даже не знаю, сколько я хожу, я уже как минимум час, наверное, проходил именно в воде, не вылазя с нее, потому что просто не хочется выходить, она настолько классная. Все, люди, до самой скалы туда я уже не пойду, до Домлаташа, я здесь опять стою водичками, не хочется никуда идти даже. Спасибо всем, кто путешествовал со мной сегодня по пляжу Клеопатры. Приезжайте, отдыхайте, вы видите, как тепло, я надеюсь, сегодня все скептики даже убедились, что ничего я не придумал, все реально. И здесь на самом деле тепло, и купаются, еще раз вот показываю, даже местные люди. Всем хорошего отдыха в Алании. 5:30 у нас снова вышло солнышко. То есть оно еще только начинает думать о том, что пора садиться. И сейчас вот опять очередные эти последние минуты сегодняшнего загара. 3 ноября. Сейчас вот солнце вышло, сразу моментально стало еще, конечно же, теплее, чем когда его не было. Просто погода, с которой не хочется расставаться, не хочется уходить отсюда. Вообще просто огонь сегодня.
Итак, друзья, делаю вывод. Резюме подводим сегодняшнего нашего похода по оба пляжам и Клеопатре. Вода где-то здесь 26 как минимум, это самый минимум, потому что она реально теплая. Температура воздуха на солнце сегодня была тоже жаркая довольно, 27-28, может даже и больше на самом солнце. Так что еще раз хочу сказать, не верьте никаким прогнозам, они все занижают, и какой-то идет хейт, какая-то волна хейта. Все хотят как бы саботировать Турцию в ноябре, то есть доказывают, что здесь холодно, что тут непонятно что, что вода 17 градусов, в которой я вот час уже хожу и балдею, не могу выйти с нее. Никого не слушайте, все, кто собирается ехать на отдых, спокойно приезжайте, отдыхайте. Я думаю, что сегодня, если вы все видео мои посмотрели, снятые за сегодня, я думаю, что вы убедились, что здесь тепло и жарко, не побоюсь этого слова, что здесь полно людей довольно много. Попробую, если вот будет такая погода в ближайшие дни, я попробую попасть сюда часа в 2 дня еще. Конечно же, людей будет еще больше. Посмотрим с вами, что здесь будет. Ну и так, тут просто сегодня вообще аншлаг просто. Смотрите, вот идет миноискатель, а за ним вот мой пес. То есть даже он сегодня на пляже, вот 3 собаки. И тепло сегодня, классно, даже он не присылал настроение. Сейчас я не потерял. Вот они. Вот черненький тот, который мой. И с ним 2 друга еще. Блин, а у меня никакой еды для него нет. То есть даже собаки пришли на пляж, потому что сегодня такая классная, офигенная погода. Даже собаки на пляже. Вот так вот. Они лежат, загорают все втроем. Моя болтус тут бегает с друзьяками своими. Болтус сегодня такой веселый. Ой, куда ты полез? Подземный ход пошел. Нету его. Интересно, куда он выйдет. Собака, я тебя тоже знаю. Куда-то ведет-то фигня. Он пошел туда. Туда можно залезть и проползти, и выйти где-то. Я даже не знаю, где. И коты сегодня на пляже. А вот он. Балбесина, привет. Привет, дружбан. Привет, родной мой. Все, на Клеопатре теперь часто тоже. И коты даже на пляже. Люди, это вообще сегодня, блин. Хейтеры идут лесом, еще в сотый раз повторяю. В Алании жара, даже все собаки, все коты, все на пляжах. Смотрите, что происходит. Вот котейки сидят. Красавцы, да? О, тебя я вчера показывал, по-моему, ты уже звезда. Люди, вы его уже видели, когда я в прошлый раз шел по Клеопатре. Большой такой. Да? Котейки возле рыбаков загорают. Тот уже что-то съел, мужу что-то перепало. Балбесина моя веселая сегодня такой играется. И рыбаки. И солнце почти село. Я таки иду в сторону Домлатаж. Все, сейчас скоро начнет темнеть. Домлатаж еще купаются люди тут.
Я уже 100 раз с вами попрощался, все никак не сделаю финальное видео. Все, люди, реально. Нет, еще, наверное, не конец. Я же все-таки иду еще туда, к скале. Все стоят, солнышко снимают. Вот оно уже почти утонуло. Вот оно. Вот сейчас иду по песку, вот солнце спряталось, и песок реально моментально становится холодным. Здесь кладоискатель вот идет. Вот уже я иду по холодному песочку босиком. Солнца нет, вы видели нашего танцора, там музыка просто была, я закрывал. Вот без солнца даже дети, он продолжает спокойно купаться. Ну что еще? Тепло. И мы возле самой скалы, мое любимое место. Смотрите, какая здесь красотища. Какая здесь водичка. Вообще просто. Вообще огонь, просто вода. Фуникулерчики, тут вид классный, на скалу, на фуникулеры, самая лучшая вода здесь. Вообще обожаю это место просто. Вода реально теплая настолько, вообще просто фантастика. Теплая вода, как летом. Ой, класс. Вода реально просто бомбическая, люди. Все, на этом я уже, наверное, все-таки с вами попрощаюсь, потому что 100 раз уже это делал. Смотрите, куда люди вот заходят по скале. Экстремалы. А там рыбаки. Все, это Домлатаж, люди. Мы сегодня прошли много с вами по пляжу Клеопатры. Спасибо всем, кто ходил со мной. Сегодня у нас 3 ноября было, завтра, если получится, я постараюсь прийти сюда немножко пораньше, посмотреть, сколько здесь людей именно днем, потому что я думаю, что днем тут людей еще больше будет. Все, всем хорошего отдыха в Алании, уже начинает сейчас темнеть, дети до сих пор купаются, потому что вода теплая. Все, всем пока. Хитрые идут лесом. Народ отельный, кстати, до сих пор купаются людям, и опять бонус идет, опять я... Никак не могу все с вами распрощаться, потому что люди купаются, приходят еще до сих пор, хотя уже темно, скоро будет. Пацанов мама не может тоже с воды вытащить, они выходят, опять заходят, выходят, опять заходят. Короче, кот ел-ел,
этот ни в какую боится кота не подходил к нему. Потом начал подходить, кот ему показал зубы, короче, напугал его. Он берет скрывашку зубами за пакет, и весь пакет хлоп и утащил от кота, короче, вот оно все рассыпалось, вся курятина, а кот теперь офигевший сидит обиженный. Гулял с моим дружбаном и еще с одним псом, но пришел один сюда. Мой дружбан не слышит запах курицы, так бы они сейчас быстро все тут съели. Видите, сколько людей, очень много именно местных сегодня, местные повсюду просто. То есть тепло стало, сразу все повыходили гулять. Полные площадки, там полная площадка. Представьте, сколько курятины, я туда просто крылышек купил, видимо, кило. И дал им обычное, нормальное крылышки, вот эти тоненькие куриные. Все, теперь кот сидит, наблюдает. Просто так скромно отбирает еду. Короче, кот сидел, ел кусок курицы. Пес как бы не то, что в наглую, он как бы, ну, приземлился рядом, в общем, так, знаете, так. Прилег возле этого кусочка, готов пришлось отойти, короче. Кот сидит офигевший, до сих пор не может поверить, что он потерял свое счастье. И все, это так идет, вроде как на кусок не смотрит, шел, так лег возле куска этого. Кот автоматически отскочил в сторону, ну и все, теперь добыча перешла. Кот, а ты еще можешь здесь вот кусок выхватить. На, иди сюда. Тут еще кусок есть. А этот уже наелся, этот уже сидит самый сытый. Погнал он, короче, этот кусок захватил тоже. Собаки побеждают. Не, по-скромному так маленький кусочек взял. Сейчас за большой. Он так ложится, так спокойно. Все чаще стали приходить в кошачьи городки, поняли, что здесь всегда еда есть. Пес просто прибалдел. Да? Пес нормально, он котел не трогает. Мальчик второй день уже приносит еду. Эти коты его не боятся, и он котов не трогает. Такой милый пес вообще, кошки его не раздражают, он с ними готов даже играться. Спокойный такой, ласковый. Реально котов любит, смотрите, маленького туда посадили, он прям хочет его назад, да? Красавец, добрый такой. Котик сидит спокойно, он маленький. Прям хочет заботиться о малом. Малой кот сидит, он маленький совсем, а этот прям так хочет подойти к нему. Нравятся тебе котики, да? Такой милый пес вообще. Вот малыш сидит там. Красавчик. Прям так наблюдает за котами, с ними тут жить хочется остаться. Часовой дежурный по домику сверху наблюдает. Собака на территории. Царица и кошек все восхищаются ее размерами. Nicht zertreten. Doch, das muss eigentlich klein werden.